Вы смотрите отзыв об отеле Поликарпия Хоутел. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Фиоля, который был в нем в 2013 году. Отдыхали в отеле с 21 сентября по 1 октября. Сам по себе отель, конечно, не тянет на четверку никак. Это трешка, причем трешка весьма средненькая. Все давно требует ремонта, и отделка номера и мебели сантехника. Надо отметить, что на фотографиях интерьеры почему-то получаются гораздо лучше, чем в жизни, это факт. Что несомненно в отеле радует, это ужины, именно ужины, так как завтраки тоже оставляют желать. И персонал, все вежливый и в меру приветливый. Теперь подробнее. Итак, номер нам достался на втором этаже, по их нумерации, на первом, то есть на этаже сразу над ресепшн. Выходил он на бассейн, вот это, беда, так как. Ежевечерняя анимация с исполнением подвыпившими соотечественниками Владимирского Централа, это не совсем то, что хотелось слышать на Кипре. А точнее вечерами вообще хотелось не слышать, а спать, но в лучшем случае анимация заканчивалась в полночь. В худшем как пойдет, плюс рядом еще был паб, в котором любили попеть англичане. Так что если будет возможность, лучше брать номер с окнами на противоположную сторону. Но нам поменять не удалось. Отель был забит под завязку. Из полезной техники в номере был фен, телевизор, чайник и холодильник. У нас замок был уже открыт, но в принципе, это платное удовольствие. Пульт от телевизора надо брать под залог, если не ошибаюсь, на ресепшн, но у нас он удивительным образом оказался в номере на третий день. Принес какой-то добрый человек. Центральная система вентиляции охлаждала прекрасно. Был сейф, но мы им не пользовались. Убирались каждый день, но очень небрежно. Постель поменяли пару-тройку раз за 10 дней. По поводу смены полотенец ничего сказать не могу. Было как-то боязно кинуть их на пол, чтобы не получить потом их же в качестве новых. Читала об этом в одном из отзывов и потом, глядя на качество уборки, честно говоря, поверила, поэтому обходились без замены. Персонал приятный, все вежливо, официантки в ресторане уже выучили русский, видимо отчаявшись услышать английский и сталкиваясь с очередным негодованием гостей, как это персонал не выучил язык к нашему приезду. Русских в отеле почти 100%. Гид от Библиоглобуса бывает в отеле каждый день, если есть необходимость, можно к ней обратиться. О еде. Ужины на 5+, действительно каждый день все разнообразно и чувствуется, что повара вкладывают в процесс приготовления пищи душу. Единственное, что хотелось бы отметить, рыба была только пару раз, но всегда несколько видов мяса, баранина, свинина, говядина и птица, курица, утка, индейка. Очень вкусный картофель, супчики правда пару раз были чересчур остры. Мороженое как мороженое, не сказала бы, что ах. А вот завтраки подкачали. Из трех видов йогурта съедобным был только один, натуральный, остальные с порошковым привкусом. Сок тоже можно было пить только грейпфрутовый, если вы небольшой любитель химии. Кофе из автомата очень плохонький, отдельно хочется сказать про хваленые вафли, которые готовят при вас. Это вообще отдельная песня, если приходить на завтрак рано, то их еще не пекут, если прийти попозже, то уже выстраивается очередь из ожидающих тарелок. На тарелках пишут номера, но тут еще один важный момент, надо пристально следить, чтобы кто-то, кому есть хочется, видимо, больше, чем вам. А ждать своей очереди не хочется совсем, не увел вашу тарелку с вашими же вафлями, как это было у нас. Но не будешь же отбирать, так что бдите, любители вафель. Мы, в итоге, их пробовали только единожды, вафли как вафли. И еще, если у вас будет необходимость брать ланчбокс, будьте готовы к тому, что он будет состоять из одного сэндвича, один деревянного нектарина и один банана. Не будет даже воды, нам пришлось его заказать на день отъезда, так как нас рано забирали и мы не успевали позавтракать. Инфраструктура. У отеля два бассейна, даже три, один, видимо, для маленьких детей или был когда-то джакузи, но лежать у бассейна, когда рядом такое море, это на очень редкого любителя. Рядом с отелем несколько баров, таверн и магазинов. Расположен отель на значительном удалении от центра Протараса, если брать за центр Макдоналдс. Минут 30 ходьбы, на 102 автобусе, 3 остановки. Теперь главное. А главное в Протарасе, да и вообще на Кипре, это пляжи и море. Фиг-Три Бэй, это моя новая любовь, раньше был Ниси Бич, но Фиг-Три мне понравился гораздо больше. Исключительно бирюзовая кристально чистая вода, у пляжа голубой флаг, чистый песок, недорогие лежаки, 2,5 евро лежак и 2,5 евро зонт. В выходные к полудню свободных лежаков не найти, приезжают и местные жители. От отеля до пляжа идет тот же 102 автобус, выйти надо на 5 остановки, водитель подскажет. Мы с утра ехали автобусом, а после пляжа возвращались пешком с заходом в магазины и за мороженым. Лучшее мороженое, которое я там ела, продается в кафе, расположенном за отелем Sunrise Pearl, оно специализируется на венских вафлях. Рекомендую. Протарас сам по себе, место не тусовочное, в отличие от Айанапы, и в этом его прелесть. Контингент отдыхающих – это в основном люди среднего возраста и много семей с маленькими детьми. Мне было очень комфортно в Протарасе. Но в отель я бы второй раз не поехала, хотя в качестве эконом-варианта можно рассматривать. Всем удачных путешествий!
В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.